И совсем скоро они пойдут одной прямой. Ну, а пока... ворот. Замена в составе хозяев поля, листов, о которых мы с вами начинали говорить в конце первого тайма. Комментатор Михаил Поленов осудит сегодняшнюю игру Павел Гиль вместе с Давидом Сильвой при дальнем ударе. В июне соперниками сборной. Так что там у молодых македонских игроков, конечно, испытание будет очень тяжелое. Между прочим, со сборной Македонии играть как только македонцы получают мяч, у них сразу же они сразу же начинают искать по сторонам глазами варианты какие-то. Путевка на чемпионат мира. Это будет домашняя игра против Италии. В подкате один из героев в обороне. Здорово. Эльмас. Снова Эльмас. 17-летний полузащитник. Желтую получает Эльмас. Не сумел через соперника мяч перебросить. Ничего не было. Здесь потерял равновесие молодой Эльмас. Нет, матч сегодня, особенно после того, как команда пропустила. Теперь просится перевод на фланг. Там проводящий сумел мяч поднять. То ли на Диего Косту отдавал передачу, штрафную дальше. Между прочим, в второй тайм-то выигрывают македонцы у своих соперников. И здесь они на подборе. Пандев. Заброс в штрафную.